В Астане на этой неделе выберут лучший стартап-проект. Финал конкурса состоится 12 ноября. Победителя объявят во время международного форума «Казахстан» — новый глобальный инновационный хаб. На начальной стадии конкурса участвовало 312 проектов. Профессиональное жюри выбрало 10 лучших из Казахстана, Украины, России, Германии и Кыргызстана. Представители этих стран сразятся за главный приз — 25 тысяч американских долларов. Среди претендентов на награду есть уже известные в Казахстане разработчики. Мобильное приложение Вайпан. Оно помогает выявлять поддельные товары. Или, например, украинский проект Люсидинг. Это девайс, посредством которого возможно контролировать сновидения и создавать их сюжеты. Разработчики говорят, что позаботились о том, чтобы это чудо техники не вызвало привыкания. Мы сможем программно ограничивать действие устройства при необходимости, то есть чтобы оно срабатывало конкретное количество раз. Плюс в этом же будет заключаться наша будущая бизнес-модель. То есть люди будут покупать количество снов. Но даже тогда, несмотря на прямую нам выгоду, мы сможем ограничивать количество за день, чтобы человек высыпался и нормально спал, но не более того.